Он приехал из Германии, сбросил 30 килограммов лишнего веса и любит блондинок. Это Тони, единственная горилла в Украине. У него день рождения, ему 45. В киевском зоопарке сегодня много подарков, фруктов и кефир. Анастасия Федченко общалась с именинником. Тони, 45, у единственной гориллы в Украине сегодня день рождения. В вольере Тони коробки с подарками, фруктами, игрушками. Все запакованы по-разному. Для обезьяны это своего рода головоломка. Тони умен, но не очень общителен. Трохи в нем есть, так, знаете, мужланство. Он немного мужлан. Ему нравятся женщины, особенно блондинки. Мужчин он недолюбливает. Несколько раз ему пытались найти женщину его вида, но он такой холостяк. А если же ему что-то не нравится, делает такое страшное лицо. Тони немец, родился в Нюрнберге, в Киеве, живет уже 20 лет, к новому месту привыкал долго. Он не понимал украинский язык, но мы разговаривали с ним на украинском, читали ему книги, и со временем он стал нас понимать. Сейчас это наш любимец, а еще мы учили Тони есть морковь, капусту, картофель. Сейчас он ест каши, хлеб, мясо, орехи. Больше всего любит бананы, виноград. У Тони были проблемы с лишним весом. Когда он жил в открытом вольере, посетители бросали ему фрукты и конфеты. 2 года назад гориллу переселили, тогда же обследовали под общим наркозом. Иначе с таким большим приматом просто не справиться. Наш Тони досить такому доброму. Наш Тони в достаточно хорошем состоянии, хотя в свои 45 уже пожилой. Сердечно-сосудистая система у него в норме, анализы крови тоже, зубы здоровые. Сейчас он ест около 6 килограммов продуктов в день, но мы кормим его овощами, фруктами. Благодаря правильному питанию он сбросил около 30 килограммов и сейчас весит примерно 150. Тони очень любит кефир. Сам открывает упаковку, особенно любит выпить бутылочку вечером перед телевизором. Когда он устает, мы включаем ему телевизор. Он очень любит смотреть программы про море, пингвинов, океан, дельфинов. Это странно, ведь равнинные гориллы никогда в жизни не видят море. Но наш Тони будто открывает для себя новые миры. Он сидит с кефиром, орешками и наслаждается. Тони не привыкать к повышенному вниманию, он любимец посетителей столичного зоопарка. Сегодня мы пришли сюда только на праздник Тони. Мы его очень любим. Желаем ему долголетия, здоровья. Анастасия Федченко, Максим Градобык, UATV.